Ты видел во мне сексуальный объект, а я в тебе видела всего лишь директора своей обычной средней школы, и это удручало тебя. И это удручало меня. За двойки тебя вызывал в кабинет, был строг, а когда уходила, немедленно бежал и в туалете имя твое писал на белой стене. Мое писал на белой стене. Ты сексуальный объект. Порой в эротических снах и мечтах меня целовал ты глобик, носик и пах-пах-пах. Мутовые песни пел со мною вместе. В реальности все было не так. В реальности все было не так. Однажды тебя от мальчишек я спас, потом зазиравших твои юбки, но раз глядел, как ты мне в спину показала свой молодой лиловый язык. Ты сексуальный объект. Ты сексуальный объект. Либидо твое одолело тебя, когда к нам однажды ты пришел на занятия в спортзал, а я там исполняла прыжок с разбега через козла. И чтоб напряжение свое разрядить, провел выходные с классной руководительницей вашей, Ольгой Николаевной, и это излечило меня.